что ж, у нас перерыв матча Спартак-ЦСКА 0-0, такая боевая достаточно мужская ничья. Но вот Максу, кстати, вчера было мало, и он вызвал меня на реванш. И сейчас мы с ним обязательно зарубимся в FIFA в LAN-режиме. На наказание, полагаю. Кстати, по поводу матча я с Артемом согласен. Действительно, такая боевая первая половина. Надеюсь, вторая будет подобная, и голы мы увидим, уже хочется. Да, очень интересно, но мне вот интересно, какое будет наказание, Макс. Ну, наказание, насколько я слышал, кто выигрывает матч, загадывает проигравшему то, что он должен сказать в сторис, то есть какую-то дичь или какую-то шутку, или какую-то непонятную вещь, которую аудитория воспримет, ну, не так, как надо. Так вот, мы играем на наказание в сторис в Инстаграме. Кто выигрывает, придумает наказание проигравшему. Погнали! Наказание придумать, Макс. Прямо сейчас ЦСКА выиграет Спартака 2-0. Если Спартак до конца матча делает так, что выигрывает, то я подписываюсь Форзе. Ну что, прямо сейчас ЦСКА выигрывает Спартака 2-0. Если Спартак сегодня выигрывает, я подпишу контракт вот с этими ребятами. Вот ЦСКА вперед, а этот челик гений.